Кинокомпания Cinetel Films представляет совместно с Anchor Bell Films и Мэйром Зархи. Я плюю на ваши могилы. Уже бегу. Здрасте. Я Дженнифер Хиллс, я звонила на той неделе. Ах, да, мисс Хиллс. Кордон-пересмешник, да? Так точно. Я так понимаю, вы не знаете, как туда проехать? Понятия не имею. Я вам расскажу. Это не так просто. Ключи. Спасибо. Езжайте по стрелкам через весь город. Дальше пойдут леса и проселочные дороги. Дом просто прелесть. Вот только ни живой души вокруг на целую милю. Мне как раз нужна тишина и покой. Я писательница, собираюсь начать здесь новую книгу. Тогда вам там понравится. Вот. Просто езжайте по карте. Спасибо. Здрасте, мэм. Простите, я не хотел вас напугать. Ничего страшного. Вы знаете, я немного заблудилась. Мне нужен кордон-пересмешник. Пересмешник? Да, вы точно заблудились. Правда? Да, вам нужно обратно, где-то миль на 10. Там будет такой съезд по левую руку и поворот налево после красного почтового ящика. Хорошо, спасибо. Кажется, я его видела. Так вы будете жить в том заброшенном доме у кордона? Да. Это круто. Это круто. Похоже, ваша малышка вся пылает. Если хотите, я могу заглянуть под капот. И часто это срабатывает. Не знаю, а к вам часто так подкатывают? Я сама. Я помогу, я сама. Я сама. Простите, я случайно. Я перепутала кнопки. Угу. Вы в порядке? Все хорошо. Ты там не обделался, Джонни. Все хорошо? Да, я же сказал, все нормально. Джонни. Ладно. Ясно? Он себе все трусы запачкал. Оставьте сдачу. Она тебе сделала, Джонни. Пока.
В нескольких сантиметрах от меня и... Шутишь, что ли? Надо было и первую книгу писать здесь. Ты приедешь на день рождения Хэнси? Джен, я спрашиваю. Ой, прости, тут что-то... Эй, ты меня слышишь? Барбара, не вешай трубку. Я перезвоню. Щелочь. Яд. Да что ты будешь делать? Молодец, Дженнифер.
Нет, не спускается. Вы проверили, пробка в бачке не течет? Да, я уже смотрела. Точно? Да. Ну что ж. Слушайте, мне очень нужна помощь. Ладно, я пришлю кого-нибудь. Хорошо, большое спасибо. Спасибо. Вы будете дома? Я никуда не собиралась. Хорошо, ждите. Нет! Ну что, там долго еще? Не особо. Что с ним? Все готово. О, спасибо. Извините, просто вы спасли меня от вынужденного купания в озере. Простите, я... Простите. Стойте, я же... Беги две базы. Черта с два, на башку посмотри, глаз четко выбил. Ладно, может и три. Но тогда придется выпустить ей кишки, иначе не засчитаю. Да выключи ты эту дрянь, а то по какой-нибудь хренпис заявится с предъявой. Гринпис, придурок. Да пофиг. Увидишь, с этой штукой я разбогатею. Эй, дебилы, вы рыбачить-то будете? Кстати, о дебилах. Яблочко. Ладно, Стэнли, и чего ты нас собрал? Где обещанное шоу? Ну, обещанное шоу. Вот здесь. И что ты там снял? Как поджигаешь свой пердеж? Зачем я только с вами тусуюсь, уроды? Я снял подружку Мэтью. Весьма пикантный момент. Подружку? Мэтью не видел бабы с тех пор, как мамаша отняла его от сиськи. Он был наедине с тёлкой и даже не подумал прижать ее. О ком это ты? А ты уже забыл? А то, что на днях заезжала на бензоколонку и опрокинула тебя на жопу. Наш Мэтью чинил ей трубы. Она поцеловала его за такой сервис. Ты гонишь. Нет, так и было, Джонни. Она поцеловала меня. Эй, Мэтью, не смей мне врать. Все готово. Смотрите сюда. Вот черт. А ты круто снимаешь, твою мать. Ну, ты извращенец. Как ты умудрился это снять? В ночную смену. А девка-то и правда хороша. Да, да. И я ей нравлюсь. Да брось, Мэтью. Эта девка даже нашему Джонни дала бы. Что? Черт. Да она будет моей, когда захочу. Да ладно, Джонни. Ты видел эту девчонку? Та еще городская стерва. Такие, как она, сдохнут, но не дадут. Ни хрена. Мне даст. Больше того, у нее еще тогда трусики взмокли. Да, а ты в свои просто наложил. Думаете, мне слабо ее трахнуть? М? Знаете что? Такие сучки приезжают сюда только с одной целью. Вертят сиськами перед окном, чтобы все видели. Скажи, я прав? Нет. Нет, она совсем не такая, Джонни. Все они такие. Городские шлюхи только и делают, что вертят жопы перед носом. В натуре. Черт, Мэтью, если бы она и дала тебе, ты бы не знал, что с ней делать. Точняк. Тебе повезло. Ведь я твой друг. Я начну с тебя. Ха-ха-ха.
Кто здесь? Клёвый кадр, а? Добрый вечер. Убирайтесь! Убирайтесь сейчас же! Да брось. С чего мы такие негостеприимные? Улыбнись в камеру, красавица. Вам лучше сейчас же убраться отсюда. Я вызвала копов. Прикиньте, она вызвала копов. Ты уже их вызвала или только собираешься вызвать? Я вызвала полицию. Они уже едут сюда. Из какого же телефона? Мэтью сказал, ты утопила свой в толчке. Кстати, о птичках. Где его черти носят? Мэтью, тащи сюда свою задницу. Иди сюда. Побыстрее. Где тебя черти носят? Эй, все в порядке, все хорошо, не бойся. Не бойся. Мэтью сказал, что ты не заплатила ему за ремонт. Это неправда. Он убежал. Я заплачу. Он у нас стеснительный. Смотри, приятель, ты посмотри, ну чего ты, смотри. Эй, подожди минутку. Давай. Иди. Сиди там. Деньги сейчас не главное. Что такая красотка делает в лесу совсем одна? Я пишу. Я писательница. О, писательница. Но мой парень уже едет ко мне. Он сказал, что приедет ночью. Неужели? О, черт. Я и не знал, что у нее есть парень. Нам лучше свалить отсюда. Зачем портить романтический вечер? Романтический вечер. Вот что я тебе скажу, детка. Ни один мужик, если он в здравом уме, ни за что не оставит такую красотку, черт знает где. В одиночестве. Он приедет. Ночь почти кончилась. Ух ты. Подойди. Иди, иди, выпей со мной. Ух.
Иди сюда, красавица. Давай, выпей со мной. Нет. О, клевый выстрел. Я не хочу. Почему мы недостойны того, чтобы с нами пить? Слыхал, ну? Пожалуйста, я просто не хочу пить. Да ну. А это что такое? Бутылка-то уже початая. Да уж, парни. Вы правы. Мы недостойны пить с ней. Ну и кем ты нас считаешь? А кем? Может, отбросами? Я этого не говорила. Твою мать, она в натуре пишет. Звонок в 2 часа ночи редко бывает приятным. Когда тебе 15, это розыгрыш, когда тебе 21, это звонит пьяный бойфренд. Ну а после 25 любой ночной звонок обычно означает беду. Именно так я узнала, что умер мой отец. Чей папка умер? Вот дерьмо. Вы можете оставить меня в покое? Нет. Просто скажите, что вам нужно. Что вам нужно? Я же предложила вам деньги. Круто. Пей. Пей. Ладно. Я выпью. Но потом вы уйдете. Да, заметано. Да, хорошо, ладно. Что за херня? Да брось. Кто так пьет? Фу. Я точно знаю. Я уверен, ты способна на большее. Когда ты тусуешься в своем большом городе со своими модными и богатенькими дружками, ты наверняка опрокидываешь стопки одну за другой, я прав? Я уже выпила. Я сказал, пей, твою мать! Давай. Глотай, молодец, глотай. Да, молодец. Заливай. Вот у-ху! Молодец, молодец. Вот так. Круто. Вот видишь, а ты боялся. Слушай, прости, что толкнула тебя на заправке. Ну, теперь мы в расчете, да? Вы можете просто уйти. Пожалуйста, уйдите. Нет. Нет, дело уже совсем не в этом. А в чем тогда? Покажи мне свои зубы. Что? Что слышала, лошадка моя ненаглядная? Я хочу видеть твои зубы. Нет. Я не хочу. Нет. О-о-о. Либо ты покажешь их сама, либо лишишься всех до единого. Да. Да, покажи свои зубки, красавица. Умница, еще. Положи пальцы на зубы. Вот сюда. Ага, 2 других положи с той стороны. Молодец, девочка. Теперь тяни. Боже, не надо, умоляю вас. Нет. Нет. Еще раз. Иди сюда. Вот так, вот так. Отлично, да. Да, вот так. Вот так. Ну что ты, лошадка моя, посмотри на себя. Знаешь, почему у тебя нет никакого парня, а? Знаешь почему? Потому что в ваших городах одни гомики. Блин, точняк. Я же говорил, что у тебя нет
Никакого парня. Нельзя бросать ее одну. Он скрасит твое одиночество. Да. Нет? Ну, давай. Поцелуй его. Ну, чего ты, целуй, давай, давай. Поцелуй его. Поцелуй его, целуй. Черт подери уже, целуй нормально. Нам не нужны поцелуйчики в щечку, как с Мэтью. Целуй его быстро. Давай, целуй. Встань на колени. Если не будешь стараться, он может кончить. Открой рот. Открой рот. Вот так. Вот так. Молодец. Хорошо. Хорошо. Дыши через нос. Давай, ты же умеешь. Вспомни, как в первый раз было. Дыши через нос. Дыши через нос. Вот так. Вот так, умница, твою мать. Неплохо. А теперь пусть Мэтью попробует. Я не хочу. Я не хочу. Не хочу. Что? Что ты там вякаешь? Твою мать. Это еще что за не... Не, не хочу, а? Я не хочу, Джонни. Я не хочу. Да брось, слушай. Да ну нахрен, блин, я не буду его ждать. Вот черт. Вставай! Она меня любит. Она тебя любит, Мэтью. Начинай. Умоляю. Соси, тварь. Мы здесь ради тебя. Покажи, что ты мужик. Вот черт, офигеть! Догнать ее! Спокойно, да успокойтесь вы. Помогите мне, умоляю вас. Хорошо, все в порядке. На меня напали. Они залезли в мой дом с оружием. Мэм, все в порядке, вам нужно успокоиться. Он засунул пистолет мне в рот, ствол прямо мне в рот. Я знаю эту девушку. Вы не понимаете? Она снимает домик на кордоне Пересмешник. На меня напали. Все в порядке. Я шериф. Все хорошо. Расскажите, что случилось? Их было четверо. Четверо парней. Они залезли в мой домик, угрожали мне пистолетом. Мы издевались. Вы хорошо их рассмотрели? Опознать сможете? Да, я уже видела их. Они местные? Да, они работают на станции техобслуживания. Джон Миллер наверняка. Да, они звали его Джонни. И еще там был один крупный опять такой... Опять эти ублюдки взялись за старое. Хорошо, Эрл, ты возвращайся. Мы с мисс... Хиллс. Дженнифер Хиллс. Мы с мисс Хиллс отправимся в ее дом и разберемся, что к чему. Миллер? Миллер, это шериф. Если ты с дружками еще здесь, сейчас же выходите. Миллер, если вы наверху, я вас из окна выкину. Мэм, ждите здесь.
одна тут живете? Да. Не многовато? Я не собиралась выпивать это все сразу. Это запас на несколько месяцев. Вы пили вчера вечером? Да. Один из них поднялся наверх и рылся в моих вещах. Тоже их рук дело. Послушайте, меня не это сейчас волнует. Сколько вы уже тут живете? Всего пару дней. До этого ничего такого не случалось. С этими парнями раньше не пересекались? Нет, я их не знаю. Первый раз увидела их на заправке. Мэм, это ваша сигарета с марихуаной? А... Нет. Кто-то из них, должно быть, оставил. По-вашему, кто-то из парней красит губы помадой? Вы здесь не у себя в городе. Пожалуйста, даже если я и выкурила косячок, это не значит, что я все выдумала. Это Сторг. Я на кордоне пересмешник. Пришлите подкрепление. Подкрепление? Зачем вам нужно подкрепление? Ведь это я жертва. Мэм, вы вчера пили и курили сигареты с марихуаной. Такого запаса бухла хватит, чтобы весь город нализался. Вы бегаете в пижаме по лесу. Представьте себя на моем месте. Что я должен подумать? Что? Они вломились в мой дом и напали на меня. Почему вы мне не верите? Мэм, я пытаюсь прояснить суть вещей. Вы выдвигаете серьезные обвинения парням, которых я знаю с детства, а сами при этом чего-то не договариваете. Прошу вас, встаньте лицом к стене. Ноги на ширину плеч. Мэм, пожалуйста. Смотрите прямо. Послушаем тебя. Расскажи, как все было. Начни с того, что парни делали с тобой. Расскажи шерифу правду, детка. А еще лучше, покажи ему. Расскажи, как твой ненасытный ротик просил еще и еще. Неужели? Черт! Я задал тебе вопрос. Пожалуйста. Какие мы вежливые. Покажи шерифу свои зубки, лошадка. Давай. Давай, пошла. Да. Пошла.
Теперь скули. Я сказал, скули! Скули! Нет! О, черт. Скули! Нет. Скули! Скули! Вставай на колени! Давай! Скули дальше, лошадка! Нет! Нет! О, нет. Да. Вот так! Вставай на колени! Быстро на колени! Ого! Ничего себе! Что же ты свою кобылу не укротил? Вставай, поднимайся, лошадка, иначе придется тебя пришпорить. Мэтью, я раздевайся, хочу. Малыш, мы оставили тебе самое сладкое. Мэтью, я не спрашиваю, хочешь ты или нет. И хватит резинки тереть, гомик. Да, малыш, как говорится, кончил дело, гуляй смело. Я ухожу. Хватит. Сыкло. Прошу, пожалуйста, хватит. Живо скидывай шмотки, иначе я ее вскрою. От подбородка до манды. О! О, да! Нет. Молодец. Снимай портки, снимай Молодец, портки. Малыш. Какого хрена, блин? Видали? У него даже не стоит. Это как раз не его вина. Девка ничего не сделала, чтобы завести его моторчик. Танцуй. Да. Давай. Танцуй. Давай, ты сможешь. Давай, девка. Давай, девка. Давай, веселей. Горцуй, лошадка. Горцуй, давай. Как ты жопой вертишь, когда хочешь трахаться. Оу, давай. Значит так, давай, танцуй, детка. В своих клубах, да? Да. Ух ты. Вот так. Давай, детка, танцуй. Мэтью, ты смотришь, малыш? Что? Ладно. Я хочу. Хочу. Хочешь? Молодец, молодец, пошла. О, да. Давай, Мэтью, встань. Пошла, ей, Мэтью. Давай, вот так, пошли. Встань, быстро встань. Это тебе, Мэтью, это тебе. О, ни хрена себе. Вот твой. Иди сюда, заткни. Держите эту тварь. Нет. Держите, нет. Держите ноги. Нет, пожалуйста. Я тебе рожу разобью, если не заткнешься. Нет. Нет, хватит. Нет. Она твоя. Снимай трусы, Мэтью, черт подери. Нет, нет, нет. Снимите с нее трусы. Давай. Сейчас порвем. Суй пипиську в нее. Сейчас. Быстрее иди к ней. Трахни ее. Тихо. Иди сюда. Что это? Давай быстрее. Положи эту хрень и иди сюда. Как, тебе нравится, Мэтью? Да. Да. Пусть заткнется. Привет, ангелочек. Папа сейчас на вызове. Сегодня же воскресенье. Ты всегда готовишь завтрак перед воскресной службой. Я знаю, знаю, солнышко. Но папа очень занят. Скажи маме, что приду поздно. Ну ладно, пока, папа. Молодец. Вон туда. Вон туда. Да. Убери свою блевотину. Пусть она убирает. Ты слышала? Убирай давай. Эй, Мэтью, вернись. Ты в порядке, малыш? Охренеть. Это было круто, парень. Мэтью. Потом спасибо скажешь. Успокойся, дружище. Все хорошо. Ты молодец, Мэтью.
Брызгали перцем в глаза? Боль адская. Смотри сюда, детка. Ты, наверное, пить хочешь? Да. Ну так попей. Еще раз. Понравилось? Сейчас повтори. Держи ее! Держи ей голову! Хорош, парень. У нее еще пару забегов впереди. Нравится, милая? Как тебе водичка, а? Нравится? А вы упрямая тварь, мисс Хиллс. Я люблю таких. Прошу. Пожалуйста. Ну? Простите меня. Пожалуйста. Только без прикуса. Только без прикуса. Ого. Черт возьми, Стэнли. 30 секунд. Это же твой новый рекорд. У нее щель слишком узкая. Ты забыл, что даму надо вперед пропускать? Черт, да ей уж точно похрену. Лежит там, как дохлая рыба. К тому же она грязная, как свинья. Меня это не возбуждает. Ну, конечно. А мы думали, Мэтью больше всех облажается сегодня. А ты чего хорохоришься, Энди? Я тебя на 2 минуты сделал. Тяжело держать форму без практики. Сколько ее не было? 10 лет? Ты смотри. Твою мать. Она все никак не успокоится. Смотрите. Куда это она? Сейчас посмотрим и узнаем. Что ж, игры закончились, мисс Хиллс. Где она? Что за хрень? Рано или поздно она всплывет. Вот,
Наверняка ее аллигаторы сожрали. Да, шериф? Значит так. Приток заканчивается в 6 милях отсюда у Уатсона. На этом участке и будем ее искать. Разделимся. Проверить все берега коряги и под камнями. Каждую дырку больше крысиной норы. И не возвращайтесь, пока не найдете эту дохлую тварь. Ничего, пусто. Вообще ни черта. Что теперь? Рано или поздно тело всплывет. Каждый день будем проверять участок реки от моста до этой заводи и обратно. По 2 смены в день, пока не найдем. И как долго? Пока я не скажу, хватит. Ясно? Энди, возвращайся в дом и прибери там. Сожги все ее вещи. Ты понял? Да, сэр. Отгони тачку в гараж. Разберите ее до последнего винтика. На это уйдет 2 недели. Хорошо. Шериф, ладно, я пошлю Энди сжечь тачку, а сам сниму номера. Идиот! Нахера ты ее оставил, придурок? Это улики, твою мать! Я тебе башку оторву нахрен! Вы все должны быть начеку. Я не шучу, черт подери, начеку! Всем ясно? Погнали! У нас дел до хрена. И сожги чертову пленку. Это все ее вещи. Все до последнего лифчика. Смотрю на огонь и жрать охота. Слушай сюда. Закончим с этим дерьмом, отгоним тачку в гараж. А потом обжирайся, хоть до блевотины. Где Мэтью, а? Он решил остаться у реки. Все что-то шнырял вдоль берега, как собака, потерявшая кость. Приглядывай за ним. Нам теперь нужно держаться вместе, понятно? Хотя бы пока все не кончится. Так долго? Я волновалась. Что-нибудь серьезное? Как обычно. Семейная ссора на первом шоссе. Скукотища. Папуль! Как ты, ангелочек? Папуля! Ужин остался? Конечно. Я разогрею. Можешь гордиться. Чем это? Меня приняли в группу отличников, папуль. Представляешь? Конечно, милая. Чего еще ждать от моего ангелочка? Мы с мамой очень гордимся тобой.
Я пойду в душ. Каждым разом твоя лавка выглядит все паршивей. Да. Зато дела тут идут все лучше и лучше. Кордон, пересмешник. Мисс Хиллс. Она уехала? Собралась и уехала. Не понимаю, что на нее нашло. Зато пустых бутылок целый ящик и косяки с марихуаной. Просто оторва. Как они живут в этих городах? Мне же лучше. С чего это? Деньги не возвращаются. На твоей улице праздник. Счастливо. Кстати говоря, скоро уток стрелять будем. Не знаю, как тебе, а мне белки уже надоели. Мне тоже. Держи голову! Спасибо. У вас милая улыбка. Может быть, как-нибудь встретимся? А вот и я. Круто. Ты как раз вовремя. Это дерьмо закончилось. Нет! Давай, Мэтью, скоро ты станешь семьи Сторк. Неужели к нам вернулся сам Грег Джонсон? Зови меня Марти Гарланд. Что ж, тогда отдай солдатиков и на тебе Барби взамен. Оплатится? Ну ладно, алло? На, держи. Это я. А мне это идет. Эрл. Хорошо сидит. Эрл. Дай зеркальце. Да, тут девка какая-то. Ты оставила сообщение. Барбара или как там ее? Да ты прям ну, красотка. И что? Так она насчет этой мисс Хиллс. Типа ее уже месяц не видно, не слышно. Красивая помада. Ведь она как раз тогда свалила. Да. Дай-ка сюда. Да, ты же сам все знаешь. Я не знаю. Меня там не было. Думаю, тебе лучше позвонить ей. Может, ты шериф? Может, ты последний, кто ее видел? Милая шляпка. Бери. Не хочу, ты ее уже носила. Шериф. В моем возрасте не круто. Ладно, я ей перезвоню. Идет. Номер сказать? Интересно, куда подевались мои туфли? Нет, уже поздно. Мои туфли? Завтра утром к тебе заеду. Опять начинается. Ты такая завистливая, никак не можешь все смириться в силе насчет с тем, охоты. Что я красивее тебя. Да, конечно. Ох уж эти мужчины. Все в порядке? Я тебе не мужчина. Сколько тебе можно объяснять, что все я все хорошо. Леди? Она пропала! Ты посмотри на него.
Кто-то напугал нашего теленка. Ее нет! Она пропала! Черт, Стэнли, успокойся, твою мать! Что ты такой бешеный? Моя камера! Она пропала! Кто-то спер ее! Может, ты ее случайно съел? Да пошел ты! Я же серьезно! В ней была кассета. Какая кассета? Та самая. С чертовой стервой. Которую Сторк растоптал? Та кассета? Твою мать, да ни хрена он не топтал. Это была чистая пленка. Он уничтожил кассету, на которой ничего не было. Ты сохранил пленку? Иди сюда! Иди сюда, конченый ублюдок! Иди сюда! Ты сохранил кассету? Ты что, совсем спятил, скотина, придурок? Где эта чертова кассета? Куда ты ее дел? Куда ты дел эту пленку? Отвали! Сейчас мы должны быть заодно. Ты слишком глуп, чтобы понять, какой ты дебил. Понял, козел? Что это значит? Что это значит? Я тебя поймаю, ублюдок. Тварь, подожди. Выходи, сволочь! Давай! По-твоему, это смешно? Энди? Стэнли? Чертовы ссыкуны. Ну ладно. Ну ладно. Тварь. Достал, ублюдок! Выходи, тварь! Эй, выходи! Давай! Давай! Выходи, тварь! Ну где же ты, сволочь? Вот черт. Давай, 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 давай! Милая! Ой, какие красивые! Я все время так занят. Я все понимаю. Ты работаешь на износ и без выходных. Наверное.
Ты всего лишь человек. Мне нужна твоя помощь. Какая помощь? Нам прислали какую-то кассету, но в видик она не влезает. Какую кассету? Утром прислали. Я думаю, это спектакль честности. Стэнли Вижн. Честити смотрела ее? Нет. Я же говорю, мы не смогли ее запустить. Где она? Спит уже. А что? Я скоро вернусь. Где вас носит? Наша красавица 2 часа волосы укладывала. Черт. Чё звонил, чувак? Откуда он у тебя? Откуда? Отсюда. Тут валялся вчера. Ночью кто-то мне оставил подарочек возле двери. Черт подери, Мэтью. Вот тварь! Вы его видели? Нет, блин. Никто не знает, где он. Вот черт. Чё это он? Что? Я ничего не делал, шериф! Какого хрена это прислали мне домой? Моей жене! Что там на пленке? Шутить нахрен вздумал? Я же сам ту кассету разбил! Нет, шериф. Наш гений переставил кассету. Вы уничтожили пустую кассету. И ты знал об этом? Нет, шериф. Я сам только что узнал. Жри кассету, толстяк! Быстро жри ее! По-твоему, это смешно? Ты облажался, толстяк! Шериф, это Мэтью, точно. Да, этот придурок сохранил кассету себе на память. Но это Мэтью украл ее, шериф, смотрите. Тупой псих и мне подкинул подарочек ночью. Он помешался на той тёлке. Я думаю, он считает себя виноватым. Лучше вам найти его, идиоты. Я отрежу этому недоношенному психу его морковку и приделаю себе на капот. Как только затрахаю тебя, ею до смерти! Да, мы сами его обыскали, шериф. Честно, мы с ног сбились, чтобы его найти. Найдите его и поживей. Иначе, поверьте мне на слово, вы пожалеете, что родились на свет. Когда-то люди ели одних перепелов, а теперь этих тварей, как саранчи. Тем лучше для нас. Мне нужно передохнуть. Опять эти собаки всех распугали. Помнишь, как вы с моим стариком гнали оленя 50 миль, пока тот не выдохся? Да, славные были времена. За старые времена. Ух ты. Вот это да. По какому случаю? Просто угощайся. Ох. Да уж, это классные виски. Раньше у нас такой подавали только на свадьбах и крестинах. И на поминках. Концы в воду, Эрл. Концы в воду.
Мэтью! Я здесь. Я здесь. Мэтью. Я знал, что ты жива. Да, я знал, что ты жива. Откуда ты знал, Мэтью? Откуда ты знал, что я жива? Ты уверен, что это не сон? Это сон. Я правда сплю. Подойди. Присядь рядом. Я тебе должен сказать. Я знаю, Мэтью. Ты ни в чем не виноват. Ты хотел помочь мне. Я очень-очень хотел. Ты не умерла. Ты ведь же жива. Да, Мэтью. Подойди. Давай. Все хорошо. Все хорошо. Прости меня. Не плачь. Прости меня, прости. Прости меня. Да. Да. Прости. Мэтью. Мэтью. Да. Мэтью, посмотри на меня. Да. Хочешь, чтобы я тебя простила? Одного прощения мало. Мэтью! 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 Выходи, Мэтью! Мэтью! Мэтью?
Ты ведь себе только хуже делаешь, Мэтт. Тупой урод! Совсем спятил, мать твою. Псих играет твою песню. Тебе точно крышка, Мэтью! Мэтью, считай, ты труп! Не отставай! Убью, падлу! Не отрубись! Назад твою жирную жопу не потащу! Какого хрена, Мэтью? Мэтью! Твою мать, Мэтью, где ты, дебил? Где ты, дебил недоношенный? Мэтью! Энди, его тут нет! Ах ты, шалава! Энди, помоги мне! Энди, помоги мне! Твою мать! Энди! Давай, улыбнись в камеру, приятель. Стэнли! Стэнли! Я знаю, ты любишь подсматривать, да? Признавайся, извращенец. Стэнли! Не бойся. Тебе будет на что взглянуть. Можешь говорить. Может, ты просто проголодался? Какую дрянь только не приходится жрать, чтобы выжить в лесу. Ну? Хочешь кушать? Проголодался? В чем дело? Тебе не нравится? Вытащи меня!
ты там делаешь? Снасти готовлю. Ты же любишь рыбалку. Не моргай. Как делишки? Прости меня. Умоляю. Я вас тоже тогда умоляла. А вы мне соси, тварь. Ну что, припоминаешь? Соси, тварь. Соси, тварь. Я скоро вернусь. Эй, отпусти меня! А ну вернись! Вернись сейчас же! Стэнли! Тварь, я урою тебя! Чтоб ты сдохла, стерва! Привет. Будь ты проклята! Ну как, тебе нравится? Будет еще интересней. Прошу. Мои глаза. Я больше не выдержу. Я помогу. Прошу, пожалуйста, прошу. Сейчас полегчает. Нет, нет, нет. Раньше времени не надо. Получай. Вот так. Вот так. Вот, Нида. И кто только учил тебя так разговаривать с девушкой? Впечатляюще. Что это? А ты крепкий парень. Попробуем по-другому. Нет. Да вот, нашла в кладовке щелок. Посмотрим, сколько выдержит твое красивое личико. Да, я тебя... Ты меня уже трахнул. И мне не очень понравилось. Теперь мой черед.
трахать тебя. Пожалуйста, прошу. Нет. Жалься. Кто там еще? Доброе утро. Приветик. Заправить вас? Романтический вечер. Что? Рот, у тебя что-то не ахти. Может, покажешь мне свои зубки? Какой жеребец. Придется тебя укротить. В этом вся проблема. У тебя еще остались зубы. С этим надо что-то делать. Ну ты и гадость. Даже твои дружки умудрились не описаться. Смотри, кто тут у нас. Это мой парень. Помнишь его? Может, подаришь ему поцелуй? Давай, целуй. Я не подчиняюсь приказам долбанных шлюх. Дыши через нос. Дыши через нос. Давай. Вспомни, как это было в первый раз. Да пошла ты!
Знаешь, что я скажу? Ты сосешь хреново! Тварь, долбанная сука. Долбанная тварь. Знаешь, что делают с жеребцами, которых нельзя укротить? Кастрируют. Без прикуса, лошадка, без прикуса. Сволочь, вернись! Да, милая, да. Приехала учительница Честоти. Миссис Новик? Нет. Из группы для отличников. Ты что, забыл, что? Ну да, точно. Я немного занят, милая. Привет, папуль. Привет, ангелочек. Папа немного занят на работе. Я хочу познакомить тебя с учительницей. Она такая клевая. Да. Поздоровайся. Здрасте, шериф. Я очень рад с вами познакомиться, мисс. Хиллс. Дженнифер Хиллс. Не понял. Должна признаться, я тоже рада познакомиться с вашей семьей. У вас чудесная дочь. Не сомневайтесь, ее ждет большое будущее. Какого черта ты задумала? До скорой встречи, шериф. Нет, стой! Черт! Где она? Ушла в Хэнсон Парк с мисс Хиллс. Они хотели обсудить программу, а что? Черт подери! А кто она? Кто эта девушка? Любовь!
Боже! Боже, нет! Нет! Пожалуйста! Нет! Я... Боже мой! Вам так больно, шериф? Странно, я думала, вы любите в задницу. Где она, тварь? Я бы аккуратнее выбирала слова на вашем месте, шериф. Что ты с ней сделала? Вы имеете в виду свою дочь? Господи! Она и правда очень милая, шериф. Такая юная. Такая нежная. Такая невинная. Разве можно представить? Что представить? Представить, что кто-то может сделать что-нибудь подобное с ней. Кто-то вроде Энди, Стэнли, Джонни. Или вроде тебя, чертов больной извращенец. Глубже, глубже, глубже. Глубже, 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 глубже. Господи, твою мать! Боже! Пожалуйста. Пожалуйста, мэм. Мэм. Она же невинное дитя. Как и я. Что ты делаешь? Что? Что? Мэтью, господи, что ты делаешь? Что? Что ты делаешь? Тебе это так с рук не сойдет! Ты за это заплатишь, тварь! Скоро он проснется. Скажите ему, чтобы не двигался. Боже, умоляю тебя! Я же верующий человек! У нас скоро родится ребенок! Пожалуйста, умоляю тебя, вы что-нибудь придумайте. Поздно, шериф. Игры давно закончились. Мэм, пожалуйста. Пожалуйста, умоляю вас. Помогите. У меня жена и ребенок. Мэм, умоляю. Вот тварь. Вот тварь! А-а-а! Чёртова тварь! Куда ты ушла, тварь? Увидимся в аду! Я и там тебя затрахаю! Думаешь, достала меня? Я найду тебя даже в аду! Я найду тебя, тварь! Мэтью! Шериф! Нет! Мэтью, нет! Шериф! Мэтью! Режиссер Стивен Р. Монро.
Продюсеры Лиза Хансен и Пол Хертберг. Автор сценария Стюарт Морс. По фильму «Мэй Розархи. День женщины». Исполнительные продюсеры Мэй Розархи, Алан Остров, Джефф Клейн и Гарри Нидл. Оператор Нейл Лиск. Монтаж Дэниел Данкан. Композитор Кори Алан Джексон. Художник Динс Дэниэльсон. Художник по костюмам Бонни Стауч. Подбор актеров Дэнни Рот. В фильме снимались Сара Батлер, Джефф Брэнсон, Дэниел Францезе, Родни Исман, Чет Линдберг, Трейси Олдер и Эндрю Ховард. Кинокомпания Cinetel Films представляет. Совместно с Мэйром Зархи фильм Стивена Р. Монро «Я плюю на ваши могилы» посвящается другу и коллеге Нейлу Лиску.